Бразилия. Нет такого плова. Видать, только сейчас стали готовить. Вот мы зашли в местечко попить кваса и съесть покрышку. Естественно. Мама, она тоже возила. С Чиполинка. Морда, лица красная. Ксения, у нас лица загорелось. Ты тоже хочешь сниматься? Подальше давай. Наташа, Наташа. Бабушка, идите в зуб. Семен Семенович. Дайте мне козу. Вот бери те крылья. Анютка, смотри, что у меня. Народ идет, но здесь никого нету. Все на море. Все идут на море. Вот один лес. Куда? Мужик? А я дочку. Я тут много попробовал найти. Трясется камера. Дай дальше идти, я чищу зубы. Иди сюда, смотри, вон прям. Какую щетку я купила? Я сейчас вам душевненько. Мы сейчас по всем кафешкам прошлись, нет такого плова. А тут, видать, внук делает, я увидела, такой красивый. Нарезают и только его готовят. Ой, вообще такой лук нарезают. Я вылазлю.
А вечером? Сардельчики. Мне уже на тебе надо телефон монтировать видео. У меня столько не смонтировано. Так что мы сидим, отдыхаем, что-то там, ветерок. О, о.